Чемпион мира по смешанным единоборствам Александр Шлеменко не будет участвовать в выборах. Известный боец не смог собрать 15 тысяч подписей, необходимых для регистрации. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции с главой регионального избиркома Алексеем Нестеренко. Напомню, Александр Шлеменко планировал баллотироваться в законодательное собрание региона по второму округу. Проблемы со сбором подписей возникли и у других кандидатов. Так, коммунистам России, Родине и Российской партии пенсионеров было отказано в регистрации списков ввиду большого количества недостоверных подписей. Всего же удостоверение кандидатов не получат 43 человека. При этом нескольких претендентов на депутатское кресло отказались регистрировать из-за сокрытия ими судимости. И здесь наибольший урон, похоже, у КПРФ. До выборов не допустили троих. А у нас еще по судимостям, скажем, у того же, у той же КПРФ, еще у двоих выбыли из списков партийных. Но в этой табличке просто неполная, не все вошли. Поэтому здесь только одномандатников показали. Вот. Совершенно прав, это был именно Парфентьев. Статья у него была злоупотребление служебным положением или превышение, ну вот что-то связанное с служебным положением, еще и сопряженное с насилием. Всего же списки для участия в выборах в Госдуму представили 17 партий, из них зарегистрировано на сегодня 10. В законодательное собрание выборы, в которое также состоятся 18 сентября, за депутатские кресла поборются 6 партий. Помимо 4 парламентских, свои списки зарегистрировали «Яблоко» и «Партия роста».